все, приехали. Скоро зелеными на улицах Тюмени останутся только автобусы. Завтра городским пейзажам погода добавит белых красок. Синоптики обещают снег и очень заметное понижение температуры. Так что давайте с благодарностью принимать небольшой дождь и скромные 7 градусов тепла, которые сегодня сможет подарить нам осень. В субботу будет в 3 раза холоднее. Но это будет завтра, а сегодня пятница. Последняя пятница уходящего сентября, между прочим. Пусть она оставит о себе самые добрые воспоминания, а мы ей в этом поможем.